Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я сейчас еще маленький-маленький короткий ролик вам про рекламу расскажу. Почему у меня нет на канале рекламы? Многие мне даже пишут, вы почему ничего не рекламируете никакие? Потому что вы знаете, сейчас у нас такое, как мода, не мода, поветрие, не поветрие. Почти каждый человек, который вот ведет огородный канал, у него почти у каждого интернет-магазин по продаже там каких-то препаратов, каких-то там средств, еще чего-то. И они вот, как бы сказать, массированно так рекламируют всякие средства. Вот применяйте это, удобряйте этим, удобряйте этим. Я этого никогда не делаю, потому что, во-первых, я, ну, ни с каким... у меня своего магазина нет, ни с кем я не сотрудничаю. И даже ко мне, когда приходят предложения о рекламе, вот сейчас три предложения в этом году, в прошлом месяце уже пришли, я его отклонила, оно мне не подходит. Понимаете, я такой человек... Ну, я, может быть, слишком простая. Говорят, простота хуже воровства. Я не могу рекламировать товар, который, например, не знаю его, действительно ли он помогает. Я не знаю, хорош ли он. И я могу рекламировать только то, что мне нравится. Сейчас расскажу вам про вот этот Превикур. Я в прошлом году говорила, что это прекрасное средство, которое я нашла года 4, наверное, или 5 назад, которая заменила вот половину вот этой мне всей коробочки. Уже теперь я не протравливаю, не стимулирую отдельно, пользуюсь только Превикуром. Но проблема, одна проблема в том, что он дороговатый. Ну ничего, вот это вот 230 рублей, его надолго хватает. А вторая проблема в том, что мы расположены так далеко от центра, что у нас, например, в Бийске Превикур достать сложно. И я в прошлом году и в позапрошлом писала, что когда приходишь весной, вот я начинаю, например, в феврале, в начале марта высевать, когда посевная идет, и когда мне он нужен, приходишь вот в огромные, вот в эти в самые крупные садовые центры, спрашиваю, ну нет его. Потом он появляется почему-то в конце сезона, и появляется уже или просроченный с прошлого года, или вот на границе, ну вот, например, остается ему там неделя или две недели, так что ты его на будущий год уже смысла нет покупать. Я подозреваю, что к нам сюда, наверное, сливают как сток, с центральных магазинов, вот к садовых, что там в центральной части России не разобрали, все вот в Сибирь ссылают. Наверное, так. И я покупала 2 или 3 года просроченный товар. Оказалось, что он и просроченный работает, что это нормально, как мне продавщица сказала. Вы не смотрите на сроки, ну, типа реализации. Они все равно ставят меньше, еще он года 2-3 после этого действует. И вот... Сейчас расскажу вам самое смешное. И меня это натолкнуло на мысль. Ну почему, если люди рекламируют же вот всякие средства, почему бы мне этот Превикур не разрекламировать для своих заказчиков? Он ведь действительно хороший, он мне действительно нравится. И я могла бы вот сделать ему рекламу, не кривя душой, а действительно вот высказать всю правду, свое хорошее отношение, все. И ему бы было хорошо, то есть производителю Превикура и мне. Я просто... не задумывалась о масштабах вот этого. Во-первых, он германский. Так, сейчас скажу. Это Байер же. Ага, компания Байер. Он германский. Это очень знаменитая такая фирма. Огромная, крупнейшая. Одна из самых крупных в мире. Он делает и лекарства. Я потом уже посмотрела, что я, оказывается, таблетки от щитовидки принимаю тоже компанией Байер. Я нашла их представителя в Москве. Все равно в России это торгует. Высказала, мне сейчас так стыдно за это, высказала свое наиглупейшее предложение. Я говорю, вот у меня канал, у меня много подписчиков. Я бы вам, ну как, предлагаю сотрудничество, я могу... Ой, аж стыдно до слез. Я могу рекламировать ваш товар, мне даже денег не надо, он действительно хороший. Ну, взамен на это я хотела бы у вас взять непросроченный, нормальный. Мне пришел ответ, что наш этот... ну, бренд, знак, товар в рекламе не нуждается. Мы не прибегаем к помощи вот частных лиц этих рекламщиков, или как нас назвать, что... Ну и все, короче. Дальше продолжение вы понимаете, что оказывается, что действительно хороший товар, вот знаменитый бренд, у которого тут и этот... и защита от подделок, и все у них. Им не нужны... никакие блогеры, им не нужны никакие вот эти частные огородники, которые их бы рекламировали. У них и так все хорошо. И вот поэтому, ну, других таких прекрасных, классных товаров я
ну, пока что не нашла. Вот единственный товар, который я хотела, средство, которое я хотела от души прорекламировать, которое действительно хотела похвалить, всем рассказать, что это выход из положения, что он заменяет и протравливатель, и стимулятор, и что не надо вот эти вот семена отдельно где-то в стаканчиках, можно просто посеять, полить землю, все, и тут же обработка земли, обработка семян. Все это я хотела рассказать людям. И хотела взамен получить баночку при Рейкуре. Но оказывается, он так хорош, что ему не нужна реклама. Все. Вот почему у меня нет рекламы на канале. Потому что действительно хорошие препараты в рекламе не нуждаются. До свидания.